Ребятки, вот наконец-то и настал тот момент, когда вы действительно узнаете, сколько я сегодня заработал за день. И эта сумма, наверное, очень многих удивит. Итак, если интересно, давайте перейдем к цифрам. Предыдущей серии. И все с такими мордочками. Так, один раз это сработало. Сейчас посмотрим, как это все сработает второй раз. И если сработает, оно вообще. Вот такой вот, ребятки, инсайтик. Но в основном здесь настолько среда ядовитая. Сейчас уже 9 часов и 42 минуты, и с момента, как я взял свой первый заказ, прошло 2 часа и 28 минут. А поэтому за 2.5 часа, сейчас посмотрим, сколько я заработал. Так, сделал 6 заказов, и $130 в копилке есть. Неплохо за 2.5 часа. Поехали дальше. Yep. Thank you. How are you? Good, how you doing? Pretty good. You going to Penn? Yes, sir. Well, I'm originally from Eastern Europe, but I used to live in Pennsylvania. Really? Yeah. A lot of bears over there? There are some, yeah. Black bears. Yeah, I'm a little afraid of all that craziness. Oh, they're more scared of you than you are. People are more scary than animals, right? Насчет еды всегда возникает какой-то вопрос такой постоянный, что лучше и что эффективнее, брать из дому или же покупать на улице. Например, если я еду домой на обед, то я трачу, например, час или полтора, чтобы доехать, покушать и потом вернуться обратно в строй. И за этот час я мог бы заработать и $50. А может даже и больше иногда. Когда ты кушаешь в городе, ты постоянно тратишь там $10-15 без исключения. Что эффективней, не знаю. Hey. Ребят, настолько много идиотов на дорогах, что просто иногда ты удивляешься, как вообще эти люди могут сдать на права, и как вообще такие люди могут садиться за руль и подвергать опасности просто сумасшедшее количество людей каждый божий день. I remember the sushi time. What sushi? You were there? It was in Central Seaport, right? Oh, okay, I remember. Yeah. Wow, like... Короче, друзья, я не знаю даже, как поступить, потому что только что она подошла к машине и сказала, что она что-то забыла наверху. То есть сейчас ее опять нужно ждать 5 минут. Я, наверное, буду ждать, потому что хочется не мухлевать, а просто показать вам, как проходит реальный день, и что бывают вот это, и такие ситуации, приходится просто ждать. И надеяться на то, что люди дадут какие-то хорошие чаевые. Посмотрим, может, она мне даст полтинник чаевых, кто знает. Пока я жду эту девушку Тару, хочу вам показать интересную вещицу вообще, которая есть в моей машине, функция такая. Называется 360
градусов камеры. То есть идет какая-то анимированная проекция машины, и вот все, что происходит вокруг машины, показано. То есть 4 камеры синхронизированы и показывает, как будто бы кто-то снимает нас сверху. Прикольно. Hello. What is the pin code? 6621. Like, for instance, I didn't go to school to become a teacher. I was just happening to be looking for a job. And, you know, the deal was, here, you can teach for us. As you teach for us, you go to school for teaching or other cases. And then, like, you know, it's kind of like one of those teach now while you're in school and then come become a full teacher later. Кстати, ребятки, я успел сегодня не просто заработать деньги, не просто отработать 15 часов. Я сегодня также был дома, поменял рубашечку, потому что пролил на свою рубашку кофе. Успел побриться. Надеюсь, что выгляжу я, конечно, получше, чем в прошлом видео. Ну и как-то так. То есть пытаешься все успеть за один день. Necesita poner solo pantalones, ¿no? Y dejarse de tanta bobería. Porque tiene de todo. Tiene más de lo que... It's like, okay. I can meet Ryan's friend who says he's the biggest Molly dealer in San Francisco. Yeah, like, that's like a tough look. John Mellon's probably... Take about 10 minutes. Oh, okay, cool. Друзья, закончился наконец-таки мой рабочий день. Отпахал я, честно, 12 с половиной часов. Это только часов онлайн. А на самом деле я, наверное, был на работе в течение 15 часов как минимум. По деньгам, как я и обещал, это у меня рекорд за последние, не знаю, наверное, годик, может, два. Я сделал $677. Сумма, конечно, впечатляющая, но не забывайте, что эта сумма без вычета налогов, без вычета бензина. По бензину у меня практически пустой бак, то есть на заправку где-то $55-60 уйдет. Потом отсюда же я брал денежки на еду, это еще двадцатку, еда, кофе. Ну и как-то так, то есть кругом-бегом около $600, может 550 чистыми должно, по идее, выйти. И это неплохой результат, я считаю. Но мой вам совет – делать это только если вы хорошо выспались и если вам очень нужны деньги, потому что вы настолько устаете, спина болит, поясница болит, попа болит, и руки болят, то есть все нужно как-то выходить, делать какую-то разминку, чтобы все не затекало, потому что сидеть в сидении в водительском 15 часов, это не так уж и весело.
Ну что, ребяточки, с гордостью на душе я иду домой. Мне было приятно вещать для вас. Я с удовольствием увижу вас в следующих видео. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, ставить лайки этому видео, писать комментарии и получайте удовольствие от хорошего контента. Пока-пока.